Если за отопительный сезон власти города спокойны, то с водоснабжением у саратовцев могут возникнуть серьезные трудности, особенно с наступлением холодов. Такое предупреждение прозвучало все на том же совещании с участием Дмитрия Федотова. По его словам, предприятие «Саратовводоканал» переживает не лучшие времена. Как это отразится на жителях и какой выход видят городские власти в нашем следующем материале. Улица Антонова, район остановки геологический колледж СГУ и конечный 11-го трамвая. В 2 часа дня по трассе течет потоп, и это явно не последствия вчерашнего дождя. Захлебываются ливневки, разлив на сотни метров захватывает и соседние улицы. Местные жители подтверждают, эта картина привычная. Сильные потоки? Ну, когда сильные, когда нет. Когда в подъезде даже есть потоп. Похожих коммунальных аварий в Саратове на любом шагу и в любое время года. 30-40 порывов на трубах в октябре для Саратова норма. Но в этом году аварий в 3 раза больше обычного. Заместитель главы города Дмитрий Федотов предупреждает, эта зима грозит стать для города настоящим испытанием. Но в этом году ситуация еще хуже, чем в прошлом. И связано это с тем, что уже то количество повреждений, которые мы имеем в летне-осенний период, оно уже вызывает очень серьезное беспокойство. Количество заявок, которые ежедневно приходят к нам в диспетчерскую службу, они несопоставимы, например, с количеством бригад, которые у нас работают на линии. Только сегодня у нас заявки аварийно-ремонтной службы находятся с чуть больше 130 адресов. Это количество обслуживают 22 бригады. Выезжают на самые сложные аварийные случаи, говорят в Саратовводоканале. И объясняют, трубы изношены на 80%. На их замену не хватает денег. В этом году город выделил 7 миллионов рублей на срочные нужды, хомуты и материалы для ремонта. Но это разовая помощь. Нам нужны реальные денежные вложения. Не меньше 300 миллионов в год на перекладку надо тратить. Не меньше. Иначе ситуацию будет удержать трудно. Сейчас мы ведем переговор с правительством на эту тему. Смотрим, что можно найти в нашем муниципальном, очень небогатом, к сожалению, бюджете. Ну и, возможно, все-таки будет рассмотрен вариант государственно-частного партнерства. А пока до партнерства дело не дошло. Но природа совсем скоро испытает трубы на прочность. По словам специалистов, наступает самое тяжелое время года для сетей водоканала – межсезонье. Грунты промерзают, сжимают старые поврежденные трубы, и те рвутся. Так что самым показателем для Саратова будет ноябрь и начало декабря. В этот период в Саратовводоканале ждут просто вал заявок на аварии и течи. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.